Всем привет, друзья! Сегодня 9 июня 2023 года. Так получилось, что сегодня у меня день рождения. Мне исполняется 13 лет. Поэтому хотел бы сделать обзор подарков, которые мне сегодня подарили. Это, конечно, не все подарки, которые мне еще подарят, но приличная их часть. Я думаю, мы можем начинать. Первый подарок от моего брата Ильи. Это вот такая замечательная свеча. Наверное, кто смотрит меня уже давно, знает, что всякие запахи, уборка на столе мотивируют меня на хорошую работу. От него же конфеты. Ну, с этим, конечно, надо осторожнее, особенно в моей ситуации. И вот такая большая шоколадка Милка. Ну, по-моему, очень даже прилично. Второй подарок за кадром. Это стойка для держателя телефона, на которой я, кстати, сейчас снимаю это видео. Ее я сейчас вам покажу. А вот та самая стойка, про которую я вам говорил. Вот так она снимает. Вот мой фон. Все происходило прямо на ваших глазах. По-моему, достойный подарок для моей сестры. Спасибо, Люба. Родители мне подарили сертификат в интернет-магазин. Закажу себе что-нибудь, также вам покажу обязательно. И последний на сегодня подарок. Это подарок, который я сделал себе сам. Да, вы не ослышались, я тоже себе люблю делать подарки. Особенно если на это есть повод. Это день рождения, я считаю, я этого чуть-чуть заслужил. Это обновление, которое, я думаю, вы заметили уже давно. Я этот подарок себе сделала давно, но расскажу о нем прямо вот сейчас. Я думаю, как-то камера моя улучшилась, съемка стала лучше. Это не просто так. Недавно себе я приобрел вот такой iPhone 14 Pro на 256 гигабайт, черный. На него я прямо сейчас и снимаю. Но вы не подумайте, я это сделал не для игр и не для своего веселья. Это, конечно же, для того, чтобы обновить камеру, для того, чтобы снимать контент. Спасибо каждому из вас, что поддерживали меня на протяжении 13 лет. Вот так уже, 13 лет уже. Один год и паспорт. Спасибо тем, кто поддерживал меня 4 года в вокале. Моим близким, родным и друзьям. Спасибо каждому из вас. Спасибо моему дорогому, любимому зрителю. Ведь все, что я делаю на сцене, это делается именно ради вас. Спасибо каждому. Всех люблю.